Шпунтубель – столярный инструмент, кочедык для плетения лаптей, киянка, молоток, болванка для валяния валенок. Необычные названия экспонатов и их вид. А некоторые окончательно вышли из обихода. Все эти и другие предметы собраны специально для выставки Ульяновского краеведческого музея музейными волонтерами. Этот грантовый проект «Ульяновск. Город трудовой доблести. Сохраним память» стартовал, когда стало известно, что в Ульяновске будет создан музей трудовой доблести. Мы выезжали в экспедиции с ребятами, с волонтерами, с отделом истории. Это у нас получился Барышский район, Сенгелеевский, Чердаклинский и Корсунский район. В 4 района ребята встречались с участниками Великой Отечественной войны, их родственниками, стружениками тыла и с детьми войны. Записывали воспоминания. Во время экспедиции родственники участников войны передали волонтерам предметы, которые помнят фронтовые дороги. Теперь они экспонаты выставки. Это и алюминиевый стакан, он крепился на ремне солдата, и трофейная фляжка 45-го года с клеймом на дне в виде японского иероглифа. Здесь из интересного это самодельная зажигалка, вот она представлена, и газета, датированная декабрем 44 года, и она издавалась в типографии завода УАЗ. То есть тоже очень интересно, когда газеты сохраняются до такого периода, и, конечно, это для нас очень большая радость. В других витринах мы также можем увидеть швейную машинку, весы, кукольные фортепиано и даже прижизненный томик «Война и мир» Толстого. Сотрудники музея готовы и рады принять от жителей города и области все, что как-то было связано с предвоенным, военным и послевоенным прошлым нашего края. Это будет ваш маленький вклад, кирпичик в создание будущего музея трудовой доблести. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.